сообщает ТАСС о заявлении МИД России замглавы, что на Западе есть понимание рискованности конфронтации с РФ прямой. Запад потому и действует не напрямую, а из-под тишка. Потому я клипов записи, а не способности всех на Западе понять пословицу. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Досуг весь посвящаю мой. И указывать буду на невежество всех на Западе. Буду жив пока. Что я и делаю ежедневно с утра и до вечера. Потому что делаю, что должен, и пусть будет, что будет.